В Брестском социально-педагогическом центре сегодня живут 18 мальчиков и девочек. Самому маленькому 3 года, самому старшему 15 лет. У этих детей желания практически одинаковые. Хочется куклу, футбольный мяч, фитнес-браслет, ролики. Но самое главное, чтобы мама и папа были рядом. Новый год – это всегда праздник, это всегда чудо, это сказка. И мы очень рады и благодарны всем нашим спонсорам за то, что они приходят и помогают осуществить мечту наших детей. У каждого мечты свои. Самая большая мечта у всех наших детей – это, конечно, вернуться в свою семью, к своим родным мамам, папам. Чтобы поздравить детей, дела военные отложили в сторону военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка, сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. В социально-педагогическом центре Бреста они гости постоянные. Их здесь знают и всегда с нетерпением ждут. Наши многие сотрудники имеют своих детей. Они понимают, как важно воспитывать детей в полных семьях. Поэтому, наверное, это связано непосредственно с нашей работой, где мы всегда встречаемся с детьми, с трудными семьями. Поэтому мы понимаем, как им трудно адаптироваться в обществе, и всегда принимаем и поддерживаем детей. Мы ежегодно приезжаем на данное мероприятие. Ранее у нас была еще социальная детская школа, которой мы помогали. Мы приезжаем и на 1 сентября поздравлять, и на Новый год, и в другие праздники. Пройдет там 5, 10, 15, 20 лет, и они станут у руля наших предприятий, организаций, может, даже государства в целом. И поэтому мы просто обязаны помогать им, воспитывать их. Потому что если этого не делать, то у нас есть, к сожалению, горький опыт наших коллег на Украине. И мы видим, что произошло. Произошла полная подмена ценностей, и это сегодня очень грустно. Поэтому мы активно участвуем в этих мероприятиях и считаем, что это правильно. Социально-педагогический центр – один из наших партнеров. Мы помогаем деньгами, лично участвуем. Наша работа заключается в усилении надзора за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних. Это важно. Мы видим детей. Мы видим и детей с другой стороны. Мы видим детей не только в зале судебных заседаний. Мы помогаем не только социальным приютам, мы помогаем и детским домам семейного типа. Хороводы возле красавицы елки, танцы, конкурсы, сказочные представления и, конечно, подарки. Без хорошего настроения не остался ни один ребенок. Впрочем, как и гости, хочется верить, что в новом 2020 году детские мечты обязательно сбудутся.